Приветствую вас. Смотрите, во-первых, не совсем понятен смысл вашего вопроса, который вы задаете. То есть, зачем он это делает, что? Аноним. Ну, аноним, потому что ваш ник – это не имя. Вот. Зачем он это делает, что? Что именно делает? Зачем он общается с вами? Или почему он так отреагировал? Если почему он общается с вами, то это может быть и обычная европейская вежливость, например. Ну, как вариант. Это может быть и действительно настоящее желание мужчины все-таки быть с вами в отношениях, ну, все-таки быть с вами в отношениях. Это может означать его потребность в том, чтобы, ну, скажем так, удерживать контакт, не терять его, вот, ну, контакт, не терять контакт с вами, вот, это может быть все что угодно на самом деле, понимаете, и поэтому я думаю, что в первую очередь, то, что нужно вам сделать, это определить для себя, чего хотите именно вы все-таки. То есть, что нужно вам конкретно. Вот. Мне кажется, что это куда более важно, чем все остальное. Вот. Дальше. Следующий момент. Значит, почему я так отреагировал на то, что вы ему рассказали? Сложно сказать, конечно, однозначно, потому что слишком мало информации. О вас и о нем. Но я могу с уверенностью сказать, что мужчина недостаточно в себе уверен. Это я могу сказать однозначно. То есть человек не уверен в себе, человек не очень хорошо себя чувствует, вот, человек боится, ну, я имею в виду, боится именно каких-то разочарований, может быть, чего-то вот такого. И вам это нужно понимать. Да, понимать, что у мужчины, по сути, есть проблема, вот, серьезная проблема. Ну, именно с ним, именно с собой, да, то есть не с вами. Вот. Это нужно понимать.
достаточно хорошо. Вот. А если у него есть проблемы, ну, на самом деле, то вряд ли вы сможете с этим что-то сделать. То есть, вы правы в том, что прервали с ним контакт, прервали с ним взаимодействие, вот. Но не правы в том, что продолжаете надеяться на что-то. Понимаете, какая история? Вот. А молодой человек в себе не уверен. Молодой человек боится. Ну и, возможно, есть определенные какие-то стереотипы по отношению к вам, да? То есть, может быть, он ждал, что вы будете рассказывать ему все, а может быть, ему просто не понравилось, что, ну, у вас вот есть этот шрам на спине, понимаете, вот, то есть, тут может быть очень много моментов, много различных причин, вот, почему он может вести себя именно так, вот. И вам на это обращать внимание не стоит. Если же вас задевает, то, ну, собственно, как он себя ведет, да? Если вас задевает, то, соответственно, тут уже, ну, нужно с вами разговаривать на эту тему. То есть смотреть, что вы чувствуете по отношению, допустим, именно к нему, допустим, по отношению, допустим, к вашим отношениям, да, и так далее. Потому что здесь совершенно очевидно, что у вас есть, ну, определенная заинтересованность, да, и заинтересованность явно, скажем так, ну, завышена, да, то есть ваши чувства, они делают вас, ну, такой, слишком предвзятой, может быть, а то вы чересчур вовлечены в отношения, да, с ним. А это ваши потребности, это ваши желания, вот, и, соответственно, это также то, с чем нужно работать. Вот. Ну, конкретно, вот если прям конкретно говорить, да, то это то, с чем нужно работать. С вами. Вот. В том числе. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что вот так примерно и можно ответить вам на вопрос, на вас, который вы задаете. Обратите внимание, что вы знакомитесь в интернете.
Обратите внимание, что вы знакомитесь в интернете с мужчиной, вот, из, значит, ну, из других, из другой страны, вот. И у этого, конечно же, тоже есть свои причины. То есть есть причины, почему вы знакомитесь в интернете с мужчиной. Почему вы не знакомитесь, например, в реальной жизни? Значит, скорее всего, у вас тоже могут быть какие-то свои проблемы. Может быть, у вас есть тоже страхи и так далее. Ведь не отпустили же вы человека, да, не отпустили вы его. Ну, в смысле, не прекратили с ним контакт. Вот. У этого тоже есть свои причины. То есть вы чего-то хотите. И, скорее всего, вы продолжаете хотеть. Вот, так что здесь тоже нужно обязательно все как следует поизучать, поисследовать, посмотреть. Вот. Подумайте также о том, что вам даст понимание причин поведения мужчинам. Ну, конкретно, что даст понимание поведения. То есть, вы считаете, что от этого вам станет легче, например? Нет, вам не станет легче, потому что ваша собственная проблема, она останется, она не уйдет. Больно меньше не станет. Вот. Понимаете, если вдруг вы себя не принимаете, да? Ну, до конца. То есть вот из-за шрама, например, вот вы пишете, что так, значит, в течение общения приезжал, были заметны серьезные намерения, но потом что-то пошло не так. Вы понимаете, вы не пишете, сколько вы знакомы с ним. Вы пишете о том, что что-то пошло не так. Но что-то пошло не так, да? В данном случае совершенно определенно что. То есть не так пошло все тогда, когда вы рассказали ему о себе, да, более, так сказать, подробно, вот. И, ну, мужчина, может быть, воспринял это как недоверие к нему, но факт в другом. Дело в другом, точнее. Дело в том, что возможно, вы не принимаете себя, понимаете, вот. И он почувствовал, что вы умолчали о чем-то важном для вас, например, умолчали о чем-то важном, не сказали ему. Вот. И поэтому он обиделся. Это, конечно, можно гадать, надеюсь, вы понимаете, но правда заключается именно в этом. Вот. Что делать в данном случае? Ну, я бы подкорректировал ваше отношение к этому шраму, да, если есть проблемы.
у вас с этим, я бы подкорректировал ваши отношения к кошерам. То есть, чтобы, если у вас есть какие-то сложности с принятием этого, то чтобы их не было. А в этом, в принципе, вам можно помочь, можно и нужно помочь в этом. Вот. Значит, мужчину, конечно, лучше отпустить. Мужчину лучше отпустить. Это факт. Ну, просто потому, что ничего хорошего, скорее всего, не будет. Больше вы в любом случае не сможете с ним взаимодействовать уже на прежнем уровне, да, то есть вам, ну, в любом случае, поверить ему будет тяжело, потому что он вас, ну, по факту, да, он вас уже предал. Вот, значит, можно прервать все контакты с ним, если вам неприятно. Но над природой того, что вам неприятно, стоит поработать. Вот. Ну, самостоятельно. Вот. Значит, и, соответственно, тут вот и нужно смотреть, насколько это осложняет вашу жизнь. Ну, объективно, вот, насколько это осложняет вам жизнь. То есть, насколько вам тяжело. И чем тяжело, да? Вот. То есть, что вы, ну, грубо говоря, теряете. Вот. С этим мужчиной, например, для себя. Конкретно. Конкретно. По факту, да, вот, проанализировать ваши чувства, да, ваши ощущения, вот, и посмотреть, что, по вашему мнению, вылечили с чего. Вот, исходя из этого, выделить ваше желание и уже самостоятельно брать за них ответственность. Вот. Потому что если мужчина отреагировал так, как он отреагировал, вот, значит, вполне возможно, что он вас никогда всерьез и не воспринимал. Вот. То есть вы для него были, может быть, хорошим партнером, который, ну, ему подходит во всем, а сейчас, когда он узнал а вас, да, вот, он не хочет уже так дальше продолжать отношения, что говорит о том, что чувств к вам у него, ну, как минимум, искренних, сильных, возможно, и нет. Вот, и это, конечно, неприятно, это безусловно неприятно, безусловно, это
печально, да, это ужасно, но в данном случае вам это нужно только лишь принять и уже двигаться дальше, потому что ничего не изменишь, да? Вот, мужчина, он о вас, соответственно, не думает. Вот, и тут уже вопрос заключается в том, сколько вы готовы своего времени на него потратить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.